Уважаемые дамы и господа, здравствуйте. Очень рада сегодня присутствовать на такой конференции. И я очень удивлена и восхищаюсь, какие результаты были уже достигнуты в России. Это по подготовке гериатров, по обучению, непрерывному обучению пожилых и людей предпенсионного возраста. И я хочу сказать, что очень много я могу здесь тоже как бы информации и получить у моих коллег, и также имплементировать и реализовать в нашей стране, где я работаю, да, в Киргизской Республике. Но я представляю HelpAge International. Значит, что такое HelpAge International? Это у нас получается, что HelpAge International был основан в 1983 году как секретариат глобальной сети национальных организаций, работающих для улучшения жизни пожилых людей. Фонд HelpAge отреагировал на пробел невидимость пожилых людей в секторе международного развития, а также осознание того, что мир начинает подвергаться процессу быстрого демографического старения. HelpAge фокусируется на странах с низким и средним уровнем дохода. И основной движущей силой является быстрое и беспрецедентное демографическое старение населения, которое большинство этих стран намерено пережить в ближайшее время. И у нас сеть расширилась, и теперь включает 139 членов в 79 странах, которые представлены, и различные страновые отделения. Сейчас у нас есть основной офис в Великобритании, в Лондоне, а также у нас региональные офисы есть в Кении, в Таиланде, в Иордании, также есть офисы в Канаде, в Америке, в Германии, также есть множество страновых офисов. Я представляю страновой офис Кыргызской Республики. Не грузится фотография. На этой фотографии, значит, была фотография того, как пожилая женщина, она является параюристом, то есть она работала всю жизнь юристом, и потом в пожилом возрасте она начала консультировать своих односельчан по тому, как получить доступ к их правам, как получить доступ к земле, как получить доступ к документам, к социальным услугам и так далее. И мы работаем, конечно, по рекомендациям, разработанным Мадридским международным планом действий по проблемам старения. И одна из рекомендаций заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для волонтерства в любом возрасте, в том числе путем общественного признания и содействовать участию пожилых людей, которые могут иметь ограниченный доступ или вообще не иметь доступа к преимуществам участия в волонтерстве. И как кратко хотела бы рассказать, как мы решаем в нашей стране вопросы старения. Да? В 2015 году Министерство труда и социального развития и ЮНДС, это у нас получается Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, они приняли решение о разработке национальной стратегии по повышению качества жизни пожилых. И HelpAge International, то есть мы провели, еще одна моя коллега провели кабинетное исследование и определили пробелы в данных о положении пожилых в нашей стране. И затем межведомственная рабочая группа, мы уже предоставили информацию, какие данные нам необходимы для того, чтобы разработать данную программу. И мы разработали вопросник для полевого исследования, то есть участвовали все ключевые министерства, неправительственные организации тоже. И в 2016-2017 годах Национальное агентство по статистике провело интервью 4000 домохозяйств, где проживали пожилые люди, и о том, как же пожилые люди живут в настоящее время, что им необходимо и так далее. И затем независимая исследовательская компания разработала отчет на основе собранных данных. Конечно же, для того, чтобы разработать любую политику, нам нужны данные. И в 2017
2017-2018 годах межведомственная рабочая группа МПО. У нас есть сеть HDET, которая значит, состоит из 50 организаций из 10 постсоветских стран. У нас есть и HelpAge, и Бабушка Adoption, и другие организации. Мы разработали национальную программу повышения качества жизни пожилых. Я хочу отметить о том, что мы всегда работаем совместно с госструктурами. И, конечно, основной движущей силой является гражданское общество. Мы говорим о потребностях пожилых людей, о том, что нам необходимо разработать национальные программы. И, к счастью, Министерство социального развития всегда поддерживает наши инициативы. И в 2017 году группа экспертов и НПО, эксперты – это был главный геронтолог Кыргызской республики, психологи с Американского университета и неправительственные организации, это Бабушка Adoption и HelpAge, наша организация. Мы разработали проект концепции активного долголетия и сформировали платформу активного долголетия. И затем мы представили данную концепцию, значит, предоставили в парламент и в ключевые министерства. Но затем мы получили от них, значит, ответ, что данная платформа активного долголетия должна быть включена в национальную программу по улучшению качества жизни пожилых. И затем мы включили данную концепцию, тоже разработку данной концепции в национальную программу по повышению качества жизни пожилых. И затем, хотя мы уже закончили разработку данной программы в 2018 году, в связи с тем, что у нас были постоянные структурные изменения и менялись министры труда и социального развития, нам приходилось постоянно лоббировать и просить Министерство труда и социального развития о том, чтобы они приняли данный проект. И вот, к счастью, мы в этом году добились все неправительственные организации, что данный национальный план, он стал планом, потому что у нас не было достаточно средств для реализации всей программы по улучшению качества жизни пожилых на 2019-2025 год. И он также включает разработку программы активного долголетия. Так, это значит, мы работаем вот с председателем сети HDET, туда входят также организации из России, тоже вот Эдуард Корюхин, это «Доброе дело» из Москвы, еще несколько организаций из Санкт-Петербурга. Ага. И, значит, что такое активное долголетие? Это основной принцип нашей работы, это ни одна общественная инициатива не считается успешной без активного участия пожилых людей. Фотография здесь была, но почему-то она... А, да? Ну, я тогда не буду. Хорошо. И вообще, что такое активное долголетие, уже я, наверное, не буду останавливаться или повторить, потому что уже предыдущие спикеры об этом сказали. Вот это определение Всемирной организации здравоохранения, это процесс оптимизации возможностей для здоровья, участия и безопасности с целью повышения качества жизни по мере старения людей, да? И слово «активное» означает постоянное участие в социальных, экономических, культурных, духовных и гражданских делах, а не просто способность быть физически активной или участвовать на рынке труда. И активное долголетие распространяется как на отдельных лиц, так и на группы населения. Она позволяет людям реализовать свой потенциал для физического, социального, психического благополучия на протяжении всей жизни. И как же мы измеряем рост, да, активного долголетия и вообще состояние в разных странах? Используется индекс активного долголетия. Это показатель, который измеряет текущее положение населения в возрасте 55 лет и старше в 4 ключевых областях. Это участие на рынке труда, участие в социальной жизни, здоровой, независимой, безопасной жизни, обеспечение среды для активного долголетия. И следующее мероприятие по активному долголетию, что мы хотим, различные проекты мы реализуем, такие как, например, социальное предпринимательство, доходоприносящая деятельность, это улучшение доступа к средствам существования, разработка проекта с участием гражданского общества, с участием пожилых людей. Участие в социальной жизни – это волонтерство и развитие инициативных групп сообщества. Участие в процессе принятия решений на местном национальном уровне. Участие в заседании платформы по активному старению. Также здоровая, независимая и безопасная жизнь – это физические упражнения, спортивные соревнования, мероприятия по укреплению здорового
образа жизни, медицинские экспресс-тестирования. У нас есть проекты, когда мы выезжаем в регион, и у нас, например, измеряем уровень сахара в крови, или, например, давление и так далее. Повышаем качество, повышаем образование также эндокринологов, отправляем на повышение квалификации врачей также зарубежных стран. И улучшенный доступ к медицинским услугам, улучшенный доступ к социальным услугам и так далее. И обеспечение среды активного, для активного долголетия – это обучение и доступ к информации, также досуг и так далее. Что-то не показывает он у меня. Хорошо. Индекс активного долголетия был разработан профессором Асгар Заиди в партнерстве с Европейским экономическим комиссией ООН. Индекс глобального индекса AgeWatch был также разработан профессором Асгар Заиди в партнерстве с HealthPage. В то время как индекс активного долголетия фокусировался на странах Европы, индекс глобальный индекс AgeWatch пытался охватить весь мир. В отношении доменов индикатора двух индексов наблюдалось частичное совпадение. Какие же извлеченные уроки, да, по глобальному индексу AgeWatch? Конечно, мы когда презентовали нашему правительству, что Кыргызстан находится на очень низком уровне по предоставлению услуг в сфере здравоохранения, это был тоже какой-то, наверное, был катализатором для улучшения и качества работы Министерства здравоохранения, и когда они начали также обращать внимание, да? Но в то же время это был как бы нашим адвокационным инструментом для улучшения качества жизни пожилых и разработки различных программ по поддержке пожилых. Но какие у нас были уроки извлеченные, да? Основываясь на опыте построения глобального индекса AgeWatch в 2012 году и обзоре методологии, проведенной в 2015 году, есть ряд уроков, касающихся измерения здорового и активного долголетия. Рамки. Некоторые показатели могут быть предвзятыми и игнорировать местный культурный контекст. Например, уровень занятости, включенный как глобальный индекс AgeWatch, а также в индекс активного долголетия, предназначен для того, чтобы быть позитивным показателем участия пожилых людей на рынке труда и расширения экономических прав. Однако в странах с низким уровнем дохода высокий уровень занятости может указывать на низкий уровень социальной защиты и необходимость для пожилых людей работать для обеспечения дохода. Если пенсия маленькая, им просто приходится, они вынуждены работать, как у нас в стране, например. У нас пенсия где-то 75 долларов, наверное, а жизнь очень дорогая. А почему она такая низкая? Потому что у нас, например, есть потребительская корзина, она тоже была рассчитана неправильно. Она не учитывает потребности пожилых людей объективно. И очень тяжело поменять расчет потребительской корзины, потому что это все будет влиять на расходы государственного бюджета, где и так не хватает средств. Дальше у нас глобальный индекс AgeWatch не может включать определенные аспекты, такие как достоинство, независимость, поскольку измерение этих концепций не было полностью разработано в то время, когда мы в 2012 году вводили этот индекс. И он также не исключает доступ к транспорту, жестокое обращение к пожилыми людьми, пренебрежение со стороны семьи. Каковы же последствия этих упущений, да? Если как бы при использовании индекса активного долголетия и пробелы в данных. Конечно же, во всех странах есть такие пробелы в данных. Например, доступность качественных и своевременных данных о пожилых людях на национальном и международном уровне остается большой проблемой. Глобальный индекс AgeWatch не может включать показатель непрерывного обучения. То есть у нас, например, в Кыргызстане по уровню обучения мы занимали высокое положение по сравнению даже с европейскими странами, потому что все пожилые у нас это постсоветские, да, а в советское время у нас было 100% образование. Но в то же время у нас по Конституции, конечно, пожилые не должны дискриминироваться в доступе к образованию. Но в то же время такие трудовое законодательство, там написано, что они должны выходить на пенсию в возрасте женщины 58, мужчины 63 года. И затем госслужащие
служащие могут только работать до 65 лет, ректора вузов могут работать только до 70 лет, и потом они должны освободить это место для более молодого поколения. Но в то же время, если они по трудовому законодательству не считаются безработными, так как они на пенсии, то есть они у нас сейчас пока что не имеют доступа к профессионально-техническому образованию для людей, для безработных. То есть у нас тоже есть такие вот проблемы. И если национальные данные недоступны для определения показателей, каковы последствия отсутствия этих данных и надежность индекса активного долголетия в качестве инструмента политики и пропаганды? И потом, что мы... Какие еще у нас были проблемы, да, вот по нашему глобальному индексу, это некоторые группы населения пожилых людей могут быть невидимыми, и в официальной статистике это пожилые мужчины и женщины, беженцы, и те, кто находится в пенсионной системе или в домах престарелых, этнические, религиозные меньшинства, бездомные. И глобальный индекс AgeWatch, он не может включать эти группы из-за отсутствия данных. И в какой степени опыт этих групп отражается в индексе активного долголетия. Население пожилых не является однородным, существуют гендерные различия, различия между пожилыми людьми в возрасте 60-64 года, 80-84 года, сельско-городской и другие социально-экономические неравенства. Глобальный индекс AgeWatch не включал различия по полу, по признаку пола, а также не все показатели были дезагрегированы, да, по полу. И глобальный индекс не улавливает другие формы неравенства. Улавливает ли индекс активного долголетия это неравенство? И тут опять фотография. А, все, тогда все. И другие достижения, это просто то, что мы, какие достижения в нашей стране. Я думаю, если вам интересно, и мы работаем с этими неправительственными организациями. Спасибо большое за ваше внимание.